Только один раз в году есть такой день, когда прилавки с цветами и цветочные магазины становятся самыми актуальными точками торговли. А в магазинах подарков выстраивается очередь. Означает это только одно – приближается 8 марта. Мужчины всей страны в предпраздничные дни находятся в поиске лучшего подарка для своей дамы. На примере героя нашего следующего сюжета мы покажем, как для мужчин проходит подготовка к одному из главных весенних праздников. 8 марта – это день, когда любая девушка ждет подарки, внимания и сюрпризы. Мы решили узнать в преддверии праздника, как сильная половина человечества готовится к этому дню. У героя нашего сюжета Николая Сенаторова есть необычная задумка, как удивить свою девушку. Сейчас он нам о ней и расскажет. Сегодня с моим котом Томом будем готовить моей любимой девушке суши. Ну все, начнем готовить. Ну, она меня любит очень сильно роллы, и как бы я решил удивить им, что я могу для нее это сделать, как бы это, ну, не грань могучего, конечно, не только это я могу для нее взять, очень немного, как бы, ну, любовь делать с мужчин горбов, грубо говоря, но, как бы, хочу ее удивить, она как бы еще не в курсе всего, как бы, романтический вечер 8 марта, как бы, ну, вот как бы так хочется ей порадовать. Думаю, ей понравится, надеюсь. Вот таким образом берем, скручиваем ролл. Берем вот так клад, прижимаем. Формируем. Хотим квадратный, хотим прямоугольный. И как хотим. Вот так. Получается вот такая колбасочка. Ну, немножко тут. И ложим сюда. Разрезаем, и вот получились суши. Моя девушка, ну я вам скажу, какая моя девушка. Моя девушка очень, ну сказать, для меня, конечно, самая лучшая, самая красивая, самая замечательная. Здравствуйте, я покупаю своей девушке цветы на 8 марта. Мне нужны самые красивые, замечательные, свежие цветочки. Что вы мне посоветуете? Ну, классический букет весенних цветочков. Это 3 желтых тюльпанчика и 2 ириса фиолетовых. Он подходит для любой девушки, для любой женщины, для любой девочки, для всех женского пола. Это будет самый лучший букет. Самый красивый? Самый даже красивый. Еще красиво свежий. Пахнет. Да, свежий пахнет. Ну, спасибо, давайте.